Вот, всем привет! Я Времш, региональная естественно-математическая школа. И хочу разобрать некоторые из задач математического праздника, который произошел пару дней назад, в воскресенье, 9 получается февраля, да? Сегодня 12, 3 дня назад, да. Ну, сейчас я некоторые задачи разберу, некоторые, наверное, разбирать не буду. Разберу те, которые мне прям приглянулись сильно. Итак, поехали. Задача 1. Таня сфотографировала 4 котиков, поедающих сосиски. Сейчас мы заодно будем интерактивную доску изучать. Так, поедали сосиски котики. А потом сделал еще один кадр. На первом кадре котик Черныш. Поедал 1, 2, 3, 4, 5. Черныш 5 сосисок. Потом тигрица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сосисок. Тигрица 12 сосисок. Вот. Снежок. Да, это 6 класс идет. 6 класс пока. Снежок, так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сосисок было. У Снежка и у Пушка Пушок. У Пушка было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сосисок. Теперь нажимаем на красную кнопку. Опа. И смотрим следующую фотографию. У Черныша осталось 3. Через вот некоторый промежуток времени, да, через который она сделала сегодня снимок. У Тигрицы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У Снежка 1, 2, 3, 4, 5. И у Пушка 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Нужно узнать, кто доест первым, а кто последним. Скорость у всех, скорость поедания одинаковая, друг друга сосиски они не едят. Как это ни странно. Вот. Итак, давайте смотреть просто на скорость. Ну не знаю, здесь приведено такое детское решение. Что произойдет еще через столько же времени, там, то есть детское решение, которое без дробей. Ну, я думаю, что все-таки те, кто пришли на этот праздник, дроби-то понимают, да? То есть какая часть того, что было, осталась после этого вот промежутка? У этого осталось 3 пятых, вот, у этого осталось, значит, 7 двенадцатых, у этого 5 восьмых. И у этого 6 десятых, то есть тоже 3 пятых того, что было. То есть вот эти двое едят с одинаковой скоростью. Уже ясно по условию задачи, понятно, да, по смыслу этой формулировки, что получится, что у кого-то из них будет быстрее, у кого-то медленнее, потому что иначе мы бы не смогли различить этих двух. Но это такой как бы лайфхак. Вот. А так, конечно, нужно сравнить все эти три дроби между собой. Вот. У кого она меньше всех, тот быстрее всех доест. У кого она, значит, больше всех, тот медленнее всех доест. Дольше всех будет есть. Ну, давайте сравнивать. Значит, у нас, например, 3 пятых или 5 восьмых. Как это сравнивается? Ну, дроби сравниваются путем применения, приведения к общему знаменателю. Да? 24 сороковых и 25 сороковых. Вот, то есть меньше, вот, значит, на самом деле меньше вот это. То есть 5 восьмых больше, чем эти две. И значит, этот снежок, он ест медленнее всех. Медленнее всех ест, да, у него больше всего осталось. Так, ну и, значит, наша догадка стоит в том, что здесь должно быть тоже знак вот такой, что меньше всего у тигренка, у тигрицы. Ну, смотрим, 7 двенадцатых сравниваем с 3 пятых. А 3 12 36, 5 7 35, да, действительно, все так и есть. Отлично. Значит, эта задача решена. Быстрее всех доест тигренок, дольше всех будет есть снежок. Остальные двое посередине. Проверяем ответ. Все верно, да. Угу. Все так и есть. Стираю и продолжаем. Математический праздник. Здесь все понятно, да? Ну, как бы сравнили дроби и решили. Это так.
Это просто веселое. Ну что такое? А вот все. Ну что такое? Я всегда знал, что у меня ничего не работает. Ничего. Вот. Ну, все зависло. Все зависло, да? Вся доска зависла.